Доброе утро всем. Сегодня прогуляемся по саду. Вот уже цветает роза. Лепестки на нее падают, видите. Это вот с прошлого года не обрезали. Ой, красивая роза вообще. Запах у нее очень вкусный. Жалко, жалко, конечно, не передает. Смотрите, какой куст. И сколько там еще бутонов, еще не все распустилось. Наверное, постепенно будет. Самое главное обрезать. После обрезки нарастают новые бутоны. Да, очень красиво. Красота, просто красота. Я люблю, когда ароматные розы. Не просто так, а именно ароматные. Лепесточки вот теряются. В прошлый раз, в прошлом году я собирала розы и чай заваривала. Чай очень тонкого аромата получается, нежный. И вот это вот типа жасмин, не жасмин, все время забыла, как называется. Тоже очень душистый, но он сильно душистый. Мне, я в прошлый раз еще в Болгарии собирала на чай, но он приторный получается. Не стала я его пить. Там вот еще у нас розы есть. Но пока только две вот красных распустилось. Вот такие вот эти вкусно пахнут. Чудесные вот эти вот розы красные. Очень красивые. И вот эти вот розы. Но вот эти розы, они невкусно пахнут. Это гибрид, наверное, какой-то. Да. Не пахнут даже вообще. Видимо, период еще какой-то нужен. Может, полная луна. Лук. Редиска. Вот эти грядки все заросли. Полностью дожди, 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 дожди. Каждый день, каждую ночь идут дожди. Здесь очень сложно пропалывать. Но мы все равно полим постепенно. О, кукошки наши, кукошки, подружки ждут, когда мы им чего-нибудь надаем. Вам, между прочим, 8 числа было уже, ну, когда мы вас купили, нам говорили, что вам 3 месяца. Сейчас уже 4 месяца вам. Все ждем, когда у них начнут яйца. Да, где наши яйца? А, да, нету. Ладно, подождем еще. Мне в Болгарии занеслись, когда у нас... 4 месяца было, 5 дней курочка. А здесь клубничка. Вот мы вчера с Женей начали делать. Смотрите, сколько ягодок. Красота, да? Красота. Мы начали делать. Вон, смотрите, какая прелесть. Да, прелесть какая. Сейчас насобирали на завтрак еще. Я хотела сначала снять. Но... Тут еще красные-то есть. Смотрите, сколько. Постелили мы наконец-то вот эту черную ткань. Потому что грязь, дождь, сами понимаете, все будет портиться. Несколько ягод уже сняли порченных. Поэтому рисковать уже дальше некуда. Вот мы тут на днях-то уезжаем. Завтра утром мы уезжаем на дельту Дуная. Я очень надеюсь, что я что-нибудь сниму. Смотрите, какая красота. Вот. Ну, не знаю, там. Я говорю, из-за того, что нет интернета, очень трудно будет. Кинокамеру-то мне дадут. Надеюсь, что мы не забудем про нее. И что-нибудь сниму. Ой, красота. Очень вкусный сорт. Он немножко водянистый, но он совсем не кислый. Очень такой нежный. Очень вкусный. Вот смотрите, там вот здесь вот уже у нас лежит на ткани. А вот здесь нам еще нужно делать. Вот мы пололи вчера тут. Травище видно даже, какая она была.
длинная березка, тут все опутано было. Вот, смотрите, сколько ягод. Классно, да? Вот это вот молодые я в этом году посадила только деток от вот этих. Тут три грядки было хозяйские. И мы четвертую посадили, поэтому на ней, конечно, урожай-то и не видать. Кстати, вообще, по идее, он должен же быть, да? На второй год она дает. Но вот здесь только вот эти вот. Совсем чуть-чуть. Вот здесь вот. Вот здесь. А на тех нету. Вот тут вот есть тоже немножко. Вот на этой больше всех. Ну и там помаленьку. А на каких-то нету. Вот это мне странно, конечно. Там вот видите, ягоды лежат прямо на земле. Вот надо все это. Сегодня я этим займусь. Так, а яблочки наши. Яблочки наши. Вот здесь вот есть такие яблочки. Много завязалось. Тоже поотпадывает, конечно, куча. Очень плохо растет перчик. Холодно было все время, холодно. Дожди, дожди, дожди. Помидорчики наши вот тут вот завязались несколько. Вот видите, помидоры. В остальных нету цветов. Вот на некоторых есть, на некоторых нет. Но мало еще. Только начали бутончики свои выпускать. Видите, вот тут вот бутончики только завязались еще. Но они вон выросли как. За неделю я даже не узнала, как они хорошо выросли. Дожди. Это наша капуста. Это брюссельская. Как ее? Брокколи. Брокколи. Не знаю, что получится. Травы, конечно, я буду побольше подкладывать. И есть слизни. Это, конечно, печально. Есть и большие, как я уже показывала у нас на вулкане. Огромные слизни. Здесь вот мы им отраву в бутылке положили. Гранулы синие, видите? Синие гранулы. Вот улитки их едят и дохнут. Без вариантов. Без вариантов. Вот они, видите, вот так вот выползают. И от них вот такая вот слизь всякая идет. Он валяется. Вон, видите? Но это маленький. Еще где-то Женя говорила, большой был. Вот. Это вот горошек. Вот тут вот, по-моему, первые цветочки только завязываются. Я думала, уже цвести будет. Нет, что-то он как-то медленно. То ли ему здесь света не хватает, потому что здесь деревья. Это вот груша. Это яблоня. Яблоко очень много тоже завязалось здесь. Видно. Надеюсь, на камеру видно, потому что так вот не особо против света. Сейчас попробую дальше пойти. Ну, вот смотрите, сколько яблок завязалось, да? Очень много. Не знаю, какой сорт. Ну, конечно, тяжелые, тяжелые гирлянды висят. Ветки. Главное, чтобы не оборвались ветки. А груш почти нету. Вот видите, вот одна груша. Вот вторая груша. И еще где-то были. Зять все обчикал, все плодовые ветки. Поэтому у нас остались только вот эти две прошлогодние ветки. Вот это и вот это. Где-то я видела, то ли отпала зависть. В общем, было. И все, и больше ничего нету. От соседей вот у нас вишня. Ну, что-то мало ее. Видите, буквально по нескольку штучек вишенки висят. Думала, здесь много будет. Нет, нету. Много нету. А это наша картошка. Здесь вот, кстати, кабачки, кукуруза. Но много пропало. Вот таких вот маленьких было. Несколько вот тут в ряду. И они тоже, видимо, слизни поели. Это наша картошка. Большая уже. Не знаю, что получится. Земля уплотняется. Рыхлила тут приехала, когда... Ну, сильно она прям тяжелая, как лопатой можно тыкать.
всей силы. Это шалфей. О, на душицу-то у меня тут сетка упала. Тачка теперь мешает. Тут тачка стоит еще. Помялась как, а? Так, надо отключать камеру, одной рукой не могу. Ну вот, наверное, и все. Вон, видите, как розы красиво. Там издалека куст показывает себя. Красота. Красота. Ну все. Всем пока-пока. А, ну как пока? У меня всегда пока-пока, потом еще. Здесь вот молодой лук отрастает. Такой молодой, зеленый, красивый. И огурчики кое-где. Тоже очень плохо растут, но слава богу, они у нас не вымерзли. Очень холодно было. За это время, вот, что мы их посадили, они должны уже быть большими, ну, по крайней мере, вот такого роста. А они у нас только вот такие маленькие, да? Это вот тоже слизни поели, бархатцы. Видите, как они их общипали хорошо. Вот здесь вот куст стоит здоровый, нормальный. А вот этот весь ободрали. Вот. Ну все, вот уже молодой показал. Покажу, вернее. Видите, посадила семечко молодое. Эти уже вот какие большие. Все, пока-пока.